День сегодня такой солнечный. Воскресенье, 21 марта. Классный день. Всем доброго. Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Я буквально на днях уезжаю по работе в Москву, вот поэтому приехала в Ашан за покупками. Кое-что надо купить и в дорогу. Ну и так, по дому. Ночевали мы сегодня с Иришкой Нарылеева. Вот, она ушла на Олимпиаду в художку. Прям буквально под окнами у нас художка. Вот, а я поехала в Ашан. Вот как красиво. Солнышко. Тут на Советской в районе Ашана и снега нет почти. Это у нас зима, тут весна. Хотя ночь сегодня была морозная, до минус 7, но обещали, что это была последняя такая холодная ночь. Вот, теперь все будет теплее, теплее, теплее. Надеюсь. Ну, с чего начать? Мне нужно какую-то еду в дорогу. Сейчас пойду искать. Чай, кофе, вода. Как всегда. Мне нужно детское нижнее белье, потому что дочь едет на конкурс. Все-таки переодеваться. Все-таки при всех. Сейчас будем искать. Что-то тут на совсем маленьких. Мне нужно не на совсем маленьких. Блин, все по перерывам. И в женском, и в детском отделе. И только вот такой вариант. 4 штуки за 299 рублей. Не самый лучший вариант. Но какой есть. Едем в Москву. Надо иметь с собой маски. За 69 рублей 10 штук. Пусть будет. Антибактериальный за 23 рубля. Пока хватит. О, а вот 20 штук антибактериальный за 16 рублей. Пойдет. Вроде для личной гигиены все набрала. Сейчас пойдем еду собирать. Все закупились. Едем домой. Продолжаем закупаться в дорогу. Нет, такая вот 6 рублей, который в пакетике нам не пойдет. Нам нужен старый. Поэтому за 16. Пошли дальше. Ой. Консервов тут много, но мы ищем не такие. О, вот она. Но это не то. Вот плов со свининой. Вот это вот Женька рекомендует. Можно на булочку намазать. Нам теперь батон нужен. Нюшка, пока, Нюш. Мы пошли в магазин. Пока, Нюш. Я навела бардак. И собираю сумки в дорогу. Ну вот и все. Собираемся. Завтра с утра стартуем в Москву.